Новости духовных скреп. Архангел Гавриил назначен небесным покровителем Гостайной Вооруженных Сил Российской Федерации. Давайте еще раз. Архангел Гавриил назначен небесным покровителем Гостайны Вооруженных Сил Российской Федерации. И этот потрясающий по небесной силе документ опубликовал в своем ФБ питерский блогер Григорий Михнов-Войтенко. Напомним, что Архангел Гавриил в христианской традиции носит почетное звание архистратига. Именно он возвестил Деве Марии, что у нее родился сын. Там совершенно замечательное вот это вот письмо, что кто-то там пишет отцу Варфоломею, типа, прошу назначить Архангела Гавриила. А вот. Настоящим сообщаю вам резолюцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, положенную на вашем обращении, бла-бла-бла, с просьбой определить небесным покровителем службы защиты государственной тайны вооруженных сил Российской Федерации святого Архангела Гавриила. Ответ. Благословляется определить небесным покровителем службы защиты государственной тайны вооруженных сил Российской Федерации святого Архангела Гавриила, управляющий делами Московской Патриархии Михаил, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Мне кажется, Архангел Гавриил, конечно, сейчас сидит на облаке и немножко так офигевает, что митрополит Варсонофий определил его управляющим гостайной Российской Федерации. Ну, мне кажется, Следственный комитет должен обратить на это дело, потому что, по-моему, это просто прямейшее нарушение должностных полномочий, мне кажется.